Подготовительная часть матча практически окончена. Все, свисток прозвучал. И матч начался. Идет дальше удар по воротам. Вот тут, конечно, был очень опасный. Гасанов с мячом. Можно бежать. Удар по воротам. Здесь вот. Сначала посмотрим эпизод. Смотрите, как красиво. Ну как же он, Абдулай, все сделал четко. И, ну, опыт сделал свое дело. Не дал. Очень плотно играет, как Вари. Муртазалиев разгоняется. Муртазалиев бьет. Немного. Ошибка. Необязательная ошибка. И как? Пульнул. В сторону ворот. Точка для того, чтобы стрелять. Удар. Головой спасает. Как мне кажется, от неминуемого гола Муртазалиев сейчас. Не зря туда встал Муртазалиев. Еще один удар. Тоже хороший удар. Гусейналиев. И пришлось уже дальше нарушать. Абдулаев. Еще одного убирает. Еще одного Абдулаев. Это соло. И как? Вытащил. Муртазалиев забивает. Так, убежать у фермера. Муртазалиев вроде зацепился за мяч, но все-таки, да, потеря. Сулейманов, быстрый вброс. Вот в таких случаях, вот в таких ситуациях часто забиваются голы, потому что начинается сумбур. Удар! Перекладина или штанга? Мы не открыли. Камилов. Неточная передача. И опять налево. Муртазалиев. Хороший пас. Выход 1-1. Гол. Распечатали. В итоге ворота на 44-й минуте. Поздравляем с победой. Мы идем на послематчевые интервью. Не переключайтесь.